Во вторник в Самарской области пасмурно, но без осадков. 22-24 тепла днем, ночью 15-17 выше 0. Ветер западный 2-4, порывы до 8 метров в секунду. В Сызрани тучи, днем плюс 23, ночью плюс 15, западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 23, ночью плюс 17 градусов, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурное небо, плюс 22 в дневное время, ночью плюс 18 градусов, западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 43%, температура воды в реке Волга 20,6, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.